Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить жаркое из курочки. Берем 0,5 кило курицы, я порезала грудку, но подойдут и голень, и бедра. Морковь 200 грамм, лук 200 грамм, соль и специи. Нарезаю лук. Затем морковь. В этом блюде морковь надо обязательно нарезать, а не натереть на терке. Она получается такая вкусная с лучком и в курином соке. Эти овощи можно есть даже без курицы. На разогретую с маслом сковороду выкладываю лук и пассерую его. Затем выкладываю в сковороду курочку. Солю ее, перчу. Здесь можно добавить специи и травки на ваш вкус. Сверху на курочку выкладываю морковь. Посмотрите, какая она яркая, жизнерадостная. Обязательно ешьте морковку и в сыром, и в приготовленном виде. Она ведь очень полезная. Закрываю сковороду крышкой и буду томить жаркое на маленькой температуре 40-45 минут, иногда помешивая. Для украшения блюда нарежу укроп. Его я предварительно вымочила 15 минут в воде с уксусом. Уксус у меня яблочный органик с известного сайта органических продуктов. Замачивать зелень даже со своего огорода просто необходимо, чтобы удалить личинки паразитов. Итак, наша курочка готова. Запах изумительный и аппетитный. К этому жаркому в качестве гарнира подойдет и салат из овощей, и картофель, а я сегодня приготовила тайский рис. Украшу блюдо укропом и можно подавать к столу. Посмотрите, какая аппетитная курочка получилась. Укроп не напоминает хвою новогодней елочки, а рис как будто снежок. Как вы думаете, подойдет ли это блюдо к новогоднему столу? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И не забудьте подписаться на наш канал и поделиться этим видеорецептом с друзьями. Пока-пока!